Здравствуйте, с вами канал Максимадзе, и вместе со мной играет Лёха. И сегодня мы снова играем в Counter-Strike Global Offense, или как его там. И сегодня И сегодня мы будем играть с игроками. Мы вдвоем с Лёхой будем играть против игроков, про которых мы ни хрена не знаем. Мы не знаем, что это за люди. Это будут совершенно рандомные игроки. Мы выбрали режим напарники. Они могут быть слабее нас, они могут быть сильнее нас. Тут будет два варианта. Либо они нам надерут зад, либо мы. Да. И такое у нас уже бывало. Мы пробовали этот режим за кадром. Но в основном, к сожалению, надирали зад нам. И да, ребята, подписывайтесь на канал Чухачу-Товарачу, потому что, скорее всего, следующим главным персонажем вместо Вити станет Максимадзе. Витёк что-то отбой у нас дает. Вити надо выйти. Витёк, кстати, если вы не в курсе, появлялся 3 раза на моем канале. И, скорее всего, он появится еще раз в новогоднем выпуске. Да? Там о старых событиях будет. И то, что не было показано на моем канале. Уж у меня события, особенно про вторую половину года, очень интересные на канале. А я скажу даже какие. Их не было. Так, и вот интересно даже, как... За кого мы будем сейчас играть? За спецназ. Ну, может быть, по-разному. А, нет, ты загрузился надо. Уже? Я уже 100 лет назад загрузился. Ладно, спецназ так спецназ. Ой, у меня что-то лагает, кстати. Это ж нехорошо. Блин, у меня что-то подлагивает немного. Я GTA Vice City пытался сегодня записать, а оно тормозило вообще что-то. Может, и видеокарте конец приходит. У меня так же было, когда она умерла. Слушай, что-то вот... Что-то тормозит все вообще. Но не то, что прям сильно тормозит, но что-то подлагивает жестко. Подлагивает так же, так как будто обработка видео идет. Из-за лагов я вообще не могу убить этого чувака. У меня компьютер, похоже, не с игрой проблемы, а с компьютером. Что-то он начал дико лагать. Блин, вообще не получается. А ты как, мочишь его или нет? Ну, потихоньку. Я ни разу его не убил. У меня лагает что-то все. Ну давай, теперь. Я говорю, скорее всего, твоей видеокарте конец может прийти скоро. Сейчас лагает, потом будут текстурки пропадать. Это началось из-за того. Это началось после того, как я новую игру установил сегодня утром. Она 7 гигабайт, правда, сегодня. Места у меня еще полно. О, я убил его, несмотря на то, что меня подлагивает. Ну, ты не радуйся. Перезарядись, у тебя один патрон. А, точно. Ты же видишь все. Ой, что? Валюк. Вот я, он. Я слева. Знаю, где он. Капец, как ты. О, о, есть. Привет! Охренеть, я такого что-то не ожидал, даже с лагами. Я тоже думал, что ты сейчас обосрешься в своей мочи. Лагает, но не так сильно, как в Vice City. В Vice City вообще и текстуры пропадали, и даже миссия нормально не заскриптовалась. Там просто не появилась машина, которую надо было взорвать. И миссия в итоге невозможной стала. Не хочешь наверх залезть? Давай попробуем, но мне кажется, особой пользы от этого нет. Ну, бывает, что есть.
Блин, да что так тормозит все? А может и есть, кстати. А второй где? На Б. А, ты уже сдох? Ну ё-моё, пипец. На. Вот он же. Ай. Зачем ты ему в ногу стрелял? Да я что-то никак не могу привыкнуть, что надо стрелять выше. А не в яйца. Ну ты смешной, конечно. Кстати, в GTA San Andreas, я GTA San Andreas сегодня проходил. И там я стар... Там приходилось очень часто стрелять в голову тоже. Потому что от выстрела в голову они там сразу помирают. А я этого встречу. А ты туда иди. А, ладно. Блин, чё ты подтормаживаешь? Не понимаю, чё такое? Есть, я замочил. И меня другой убил. Он там, что ли? Да, там, где я замочил одного. Я его замочил, и меня сразу же убил другой. Мне страшно, если честно. Во. Отлично. Максимант, гений. Да какой гений, блин? Только может быть два пистолетика взять, хотя мне кажется, от них не особо-то сильно толку бывает. Да ёп. Ё-моё. Подтормаживает все нафиг. Видеокарте конец. А из-за чего конец-то и может происходить? Так старенькая GTX 1050 Ti у тебя. Ей тяжело уже. Особенно. Да, ты если, на ней... если ты прав, то моему каналу тут туго сейчас придется. Не, ну я же тебе говорю, у меня то же самое было. Сейчас потихоньку она будет умирать. Все будет хуже, тормозить. Потом текстура, потом разводы на экране. Да что мне так нужно? Он своего, собственно, убил. Угу. Он убил своего товарища. Я просто в шоке. МП-9, МП-7 есть. Даже не знаю, что лучше выбрать. Да что такое, а? Да как они так быстро попадают-то? Да они какие-то сильные. Ум они сильнее нас. Откуда у них М4? Купили, наверное. Так они ж террористы. Может у нас может у тебя забрали? Ну так он же тогда его в прошлый раз убил. Ну может тот, который убил, забрал? Как? Я не понимаю. Я одного убил. Второго хп не осталось, он слева, он прямо слева. Я что-то тебе сказал. Достали вы, уроды. Уже. Купи мне АВП, сейчас разберемся с ним. А что, у тебя нету денег на него, что ли? Как видишь. Вот П-900 мне помог одного убить, П-90 точнее. Так что я его применю еще раз. Это петушок. Не, ну у него частота высокая. Господи, я даже не успел увидеть его. Я же сказал, сейчас разберемся. Ну да. Когда у Лёхи появляется АВП, все, шансы пропадают. На выигрыш. Лёха просто мастерски из АВП стреляет. О, террорист. Мы теперь террористы. А я АВП пропал. Угу. Какое дерьмо. Кстати, телевизор. Пошли сразу. Можно расхреначить телевизор. Смотри, что. Куда он тут взялся? Да они следят за нами, походу. Может они читеры? Да ну, читеры. Мы. А куда он скрылся? О, я его замочил. А тебя как убили? Ты где вообще был? Через тебя. Твою мать, а почему я урон-то не получил тогда?
Я не знаю. Блин, ну что ты тормозишь-то так, а? Дерьмо какое, а? И это началось после того, как я установил новую игру. Сегодня на компьютер. Да блин, да где он? Бомбу закладывать я не рискну, наверное, потому что как только я закладываю бомбу, у меня... Да я его не успел заметить вовремя. Как только я закладываю бомбу, меня всегда убивают. Так происходит всегда. К сожалению. И тут ничего не поделаешь. Броню я, кстати, не покупаю, потому что от нее толку почти нет. Куда пойдем? В какую? Куда? Куда предлагаешь пойти? В какую сторону? Ты его замочил? Нет, нет, не замочил. Ой. Ого, раскраска. Где он? Как же вы меня достали, а? Они сильнее нас, мне кажется. Он просто деньги на АВП копил. Ладно, может быть, сейчас изменится, раз у тебя АВП все. Извините. Виноват. Что-то даже не знаю, идти или не стоит. Тут, по-моему, никого нет. Блин, ну дерьмо какое, а. Да, вот там, там, куда ты смотрел. Там, там, где ты сначала смотрел. Ай, блин, все, как ты конец. Промазал. А, нет, еще не конец. Обалдеть. Хорошо, ты попал. Я стрелял, ты же видел, да? Я вовремя среагировал. Но да, я просто не был. Все равно он тебя победил каким-то фигом. Блин, ему осталось... Ему один раз всего лишь осталось победить, чтобы нас выиграть. В этом режиме мы играем до 9 очков. Куда пойдем? Наверх? Так, никого тут нет. Ой, блин. На спавне спецназа один сидел. Угу. А чуди его пушка? Ладно. Упало куда-нибудь. Прям спавни? Ну, да, по крайней мере, он тогда сидел там. О, вон он. Ох, ну я тут не знал, что он там. Так, давайте следующую порцию игроков. Да, ну, чё он назвал крепой, он назвал нас нубами. Ну, пошёл. Угу. Запись-то идет? 4 боя в этом видео. Да, идет. 4 боя? Я надеюсь, это не на час видео будет. Или... Если слишком много будет весить выпуск, то фиг-то он выйдет. У меня места на компе не хватит. Давай. Когда ты себе купишь жесткий диск, они дешевые, 500 рублей. Не, так я на мели сейчас вообще. Родителей попросил. Родители скажут, а зачем тебе? Скажешь, местно на Новый год понадарят денег, может быть, тогда можно будет. Ну капец, как все тормозит, а. Возможно, ты прав, у меня видеокарта
подыхать начинает. Потому что вообще все тормозит. Давай, выбирай уже быстрее. А, соединиться к тебе просто. Ну. Че, на Вердигу опять, что ли? Мы на Вердигу уже. Ну, мы на карте Вердигу, так, кстати, играли уже во втором выпуске. Кстати, почему я не включил белый свет-то, когда мы проиграли? Виноват, извините. Все время четко забываю. Ждем. Режим вечеринки. Что-то поиск какой-то долгий. Время ожидания 2 минуты 14 секунд, это максимум. Прошла только минута. Ну, я, наверное, обрезать это еще буду. Ну, я подтвердил. Чё она не запускается? Ну, так все должны подтвердить. Все 4 игрока. Да. Странно, у нас разминка начинается, еще соперники-то не подключаются сразу. Нет, уже началась, и мы опять спецназ. Да. Так, пока подключился только один. И он уже куда-то пропал. А, он с Лехой. Лёха зарядил ему пулю в лоб. Я тоже ему только что зарядил пулю в лоб, потому что он тупо стоял и ничего не делал. И еще раз я ему это сделал, но в этот раз он делал. Блин, как все лагает. Ну что-то в голову у него не очень-то получается попадать, по-моему. Ай! Но он когда прям вплотную ко мне подошел, тогда смог. Что-то какой-то этот слабоватый, мне кажется. О, ё-моё! Да, что-то у него не очень-то получается. По-моему. Но у меня еще подлагивает, поэтому у него есть преимущество. А у меня какой-то сильный кактус. А я кактуса только что убил. Хотя да, он сильнее вроде. Да, он сильнее. А, нет, это не как тут был. Этот в голову каким-то образом попал. Кактус Про. А этот Влаки что-то не очень-то про. Я что-то его уже много раз убил. Даже несмотря на то, что меня лагает. Все. Ну, совы П я почему-то Блин. Всех убил. Интересно, почему? Это на сейве, то welcome. Let's go, motherfucker. Ай, не помогло это. А они нас одновременно убили, охренеть. Ну ничего страшного. Тяу, 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 тяу. Не обязательно.
На разминке все было проще. Это точно. А тут они что-то озверели. А зверину бахнули. Похоже. Кто это нарисовал? Я. А как это вообще делать? Я так что-то и не знаю. На ты. На ты? Да блин! Блин, вот из-за того, что ты спросил, как это делать, я на этом сконцентрировался. Ну извини. Теперь даже денег нету на ВП. У меня есть. Ну давай обмен. Да я же стрельнул. То. Что-то они какие-то тоже сильные. А на разминке они показывали обратное. Да, я тоже так. Что-то мне. А. Мага. Семь. Ладно, пофигу, как их рисовать. Это вообще не важно. Надо просто их победить. Одного убил. Отлично. У меня всего 5 рисунков осталось. Они ж кончаются. Да плевать на рисунки. Нам надо победить их. Они походу на Б пошли. А, я промахнулся. Или не пошли. Один был там. Куда мы в прошлый раз ходили? Я мимо. Я промазал, и он поэтому убил. Меня. Вот я. Нифига себе, он из АК стреляет. Что-то все сильнее нас, какого фига? А когда мы первый раз начинали играть, ты говорил, ой-ой, мы такие сильные, вот. Да каркался ты. О, ты решил занять ту позицию? Ты думаешь, они тут пойдут? Конечно. Ах, убил одного, второго не получилось. А по-моему, назад пошел. А нет, не пошел. Как ты видел? Что? Какого фига? Есть, получилось. Кстати, на А мы ходить не можем. Там заблокировано. А? А, ты мне пистолетик этот выкинул. Если мы сюда подойдем, тупо проход запрещен, короче, туда. Есть. Да блин, а как всегда, одного получается убить, второго нет. Они были там, где, собственно, в прошлый раз они были. О, молодцо. Блин, сейчас будет тяжело. Да, сейчас они точно будут сильнее. Спецназовцы почему-то сильнее в этом случае. Телек вышибаем. Чё ты его трогаешь? Да, зачем ему работать? Выстреливать телек, это же весело. Как? А он свалил уже отсюда. А, нет, не свалил. Так, давай на следующем матче другую карту. Так я так и хотел.
Зачем ты мне это говоришь? Я тут босс. Сколько уже записалось, что-то не пойму. А, 24 минуты. Ну нормально, пока идем. На следующий матч точно хватит времени. Берем saved off. Самый мощный дробовик, но он в основном подходит вблизи. Я ж попал в него. Как так? Я ж попал в него. Ну я в яйца попал. Как всегда, блин. Почему, когда в них попадаешь, яйца, им они не умирают? Хотя, с другой стороны, это же просто яйца. Одних одни неприятности. Тихо, тихо. Давай второго. Нет, 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 как то Я убил его. Красава. Знаешь, давай. В древнем Риме евнухи были одними из самых преданных и честных людей. О, М4. Достался мне. А у тебя АВП. И это прекрасно. То может быть лучше? Возможно. Но мне очень повезло с тем дробовиком в прошлый раз. Ай! Достали вы, уроды! Ох, ничего, ты попал как в голову. Чё? Прям. Было громко. Только не вздумай отсюда прыгать, а здоровье просрешь. Нет! 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 Надо было резать его, а не брать его. Ну все, мы опять проиграли. Беру скар, точнее G3 с G1. Все равно вариантов уже нет. Что-то я не уверен, что тут кто-то есть. Что они сюда пойдут. Вот они, блин, вот подлагало прям в ней подходящий момент. Да ё-моё, почему все сильнее нас, а? Может, они поддавались на разминке просто, чтобы надежда у нас проблеснула. Присоединяйся ко мне. Присоединяемся. Так, посмотрим, сколько записалось уже. 28 минут. Ну вот еще на 2 как раз хватит. Ну не факт, кстати, что на 2 хватит. Не, на 2 не хватит, точно. На один хватит. Один всего? Потому что если будет 2, столько же времени уйдет на это. В итоге получится целый час. Ну это же хорошо. Нифига это не хорошо, потому что у меня места на компьютере просто не останется. Мне там 50 гигабайт всего осталось. После этого матча завершаем этот выпуск. Иначе выпуск не выйдет. Этот опять я забыл включить свет. Да, вот это про меня как раз. То, что ты скинул. Крутые парни не смотрят на взрывы, ибо проседает FPS.
А, все. Интересно, мы опять спецназовцами сейчас будем. Ты другую карту выбрал? А, ну да, другую, трейн. Мы, кстати, эту карту, по-моему, не снимали даже. Загрузки стали что-то еще дольше, кстати, чем были до этого. И за кого мы? За спецназ? А, нет, за террористов. У меня загрузка все еще идет. На 20% все еще. Очень-очень долго грузится. Да, на этой карте мы не были. Если даже в трех матчах места не хватит, придется один матч вырезать. Так, а такое запросто может быть. У тебя разминка там еще не заканчивается, у меня до сих пор загрузка идет. А, нет. Чего? Ну это. А как он так оказался тут быстро? Ой, у меня, по-моему, зависло все. А, нет, не зависло. Да как он оказывается там так быстро? Вот меня тоже это интересует. Он оказывается прям в середине карты, когда я начинаю спавниться. Он тоже до меня как-то очень быстро добежал. И он меня все время убивает, я не могу его убить. А, нет, один раз получилось. Да блин, как я же в голову ему попадал, почему он не умирал? О, АВП. Да ё-моё, я вообще не умею пользоваться АВП. АВП это... Я не умею. О, я тебя вижу, Валю. Как ты меня видишь? Ну вот, ты за забором. Да? Может, я тебя тоже вижу? А, легкий. Да ё-моё, ну что такое? Какие-то они... Какой-то он сильный вообще. Он, мне кажется, наоборот. Космос этот. Да он меня всю... Да я ни разу... А, нет. Я один раз убил ее. Я промазал из АВП. Я просто промахнулся. Я пять раз. Ну ты бы точно попал. Я один раз всего убил его. А, нет, я два раза его убил. Три. Сейчас третий раз. Только из-за того, что он стоял и ничего не делал. А так он вообще убивает очень быстро. АВП, АВП. Ну я его несколько раз все рублю. Let's go, motherfucker. Окей, let's go. Let's go, ну bitch. Ну и борода у тебя. Let's go, bitch. А куда идти-то? Иди первый куда-нибудь. Я даже карту эту плохо помню совсем. А, сюда проход запрещен. Блин. О, я нашел их обоих. Да блин, что так тормозит? Ничего не вижу. Я убил одного. А второй меня замочил, у меня все вообще тормозило, когда я их пытался убить. Где он? Прям на улице, возле поездов этих были оба. Хватит крутить пистолет. Я красиво хочу. В этом нет, в принципе, никакого смысла.
Но походу наш Леха предлагает этот смысл добавить. Воу-воу-воу, давай, блин. Дерьмо Ты... какое, а? Достали эти уроды уже. Все время. Все сильнее нас. Нет, там просто как-то можно прям красиво пистолет крутить. Ну да, только в этом нет никакого смысла особо. Иди. А туда нельзя пройти? А, не, там вообще ничего нет. О, вот здесь вот они в прошлый раз были. Ой, я нашел одного. Ах, дерьмо какое вообще. Вот как только они перед лицом появляются, так сразу их, так сразу тормозить начинает сильнее. О, тут залазить можно, я не знал. Все, промахнулся, электрошокером второй раз не стрельнешь. А, валек 230, то есть я в него попал один раз, но он не сдох? Как это возможно? Это бессмыслица. Если я в него попал, он должен был сдохнуть с первого. Как? Ты же в голову ему вроде попал. Я тоже надо будет пересмотреть записи. Бред какой-то вообще, серьезно. Ты же ему в голову вроде стрелял. Бред, бред, бред. Я надеюсь, ты не читер. Кого? Я надеюсь, что это не читеры. Так, я предлагаю. Я вообще по другой дороге хотел идти, потому что их часто можно встретить там. Да слезай ты, дерьмо собачье. Это я. То есть мой персонаж. На нафиг. Прям тут сидел. О, блин! Где он? Да тут прям, вон он бегает. Электрошокер, мне кажется, плохое оружие совсем. Он не всегда с первого раза то убивает шокер. Воу, отлично. Возвращаю. Чего возвращай? Эту штуку? Автомат твой. А мне чем Забер. пользоваться? А! Зачем ты мне сказал возвращай? Да, Возвращаю. давай по другой дороге, потому что там можно сразу выйти на ту станцию. Вот здесь. Тейшн. О, я вижу одного. Тоже не видишь. А, ты первый раз. Вон. Ты Не первый. видит. Ну, второй где-то рядом, мне кажется. О, вот второй. Есть, я попал в него. О, я забираю его М4 с офигенной раскраской. Раскраска в стиле Vice City, мне кажется. Покажи. Кинь, Сейчас кинь, покажи. прогрузится. Тут, поскольку такая чернота. А, и правда, похоже чуть-чуть. Да. А, туда Welcome. можно разве пойти? Я Не забыл. знаю. Проход Видимо. на... А, запрещен. Тихо, shift. Какие шипики. Ой. Ой! Я даже сделать ничего не успел, блин. Я тоже. И он забрал свой М4. Эх, как печально. Такой классный М4 был. Он как будто знал, где мы. Слушай, по-моему, тут число денег максимум это 8 тысяч, а не 16. У меня 22. Откуда? Как такое Да возможно? почему? Ты шутишь, да? Да. Ну, конечно же, ты шутишь, потому что это невозможно. Ай-яй-яй-яй, давай!
и забираю его пушку. Не-не-не-не, я скар забираю назад. Потому что эта штука хоть и красивая, но все же скар лучше. Вернее, его альтернатива. Не ожидали, что мы так будет. А этот чувак что-то там сидит и даже не видит, что мы выходим рядом с ним. Это уже, по-моему, второй раз такое происходит. Он тупо смотрит туда, а мы его убиваем рядом. А, теперь его здесь нет. Ой, я, вот у меня граната взорвалась. Ой, откуда? Ай-яй-яй-яй. Да как? Я же в голову попал ему, ну чё? Чё за дерьмо? Ко-доллар-мо-доллар. Его ник. Ну ладно. 4-4. Это неплохо. 4-3. Ну сейчас будет 4-4. Ну это не факт, знаешь ли. Но я тебе так скажу. Даже интересно, будешь ты прав или не прав? Но я одного уже увидел, только его потерял. Да блин, возле меня граната взорвалась. Ну все, тут зависит только от тебя, прав я или нет. Я не видел его из-за дыма. На твоей совести. На меня даже не надейся, я не смогу их завалить обоих. Ну бывает, очень злишься. Откуда? А-а-а, мы теперь спецназовцы. А ты чё? А я сначала музыку? А я сначала музыку подумал. Музыку не слышал. Музыку я слышал, но я сначала, но я не особо-то принял это как должное. Радиация, радиация. Ну, кстати, вот сюда никто еще не залазил. Давай. А где он? Вот тут где-то был. Ну зачем ты наверх-то смотришь? Ну а где он? О, у меня карта показывала, что он там где-то был как раз. Ну он уже где угодно может быть. Не надо залазить, не надо, не надо. Думаешь, он за... Вон он. Вот он. Я скорее всего... У него хп не осталось. Ну, кто знает, я не он... Да твою... Нет! 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 Давай, 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 не уперезай! Господи, ты такой косой, ты такой косой. Перезарядка помешала. Так у него тоже она потом начала. Чё ты так косишь-то, господи. Да меня тормозит все еще. Его же сейчас можно было убить легко. Ну меня подлагивает еще, если ты не забыл. Ну все равно, даже подлагивает. Это ж так легко. Да он слишком быстро двигается, я не успеваю просто сделать это. Ладно, стой там. Мне кажется, вот в эту вышку никто даже не залазит, потому что знаю, что там быстро найдут. Я потом с АВП туда залез. Да, но у тебя его нет, да? Нет. Я 300-200 долларов. Зачем ты сейчас палишь мое место? Как? А где? Где? Ко-доллар, мо-доллар. У меня до сих пор нет денег на нормальную пушку и на АВП тоже. Как ты тогда не попал? Я не пойму. Меня, во-первых, тормозило, во-вторых, не получалось у меня, не получается у меня так быстро развернуться и попасть по нему. Он очень быстро двигается. Так, я в этот раз встану там, потому что они часто выходят оттуда. Уроды. Как он меня убил? Да вот так, да, они задолбали. Вперед, вперед, беги, вперед, вон он, космос. Чё, да как я два раза попал в него? Максим. Так, да Максим. Я ничего не мог другое купить.
Это... Да, я такой косой, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Как? Как он меня убил? Я его даже не... Ай, кого-то он с костью вспомнил. Короче, друзья, на сегодня закончим. Все игроки, против которых мы играли, оказались сильнее нас. А мы такие нубаки. Нубаками оказались. Ладно, короче, на сегодня все. С вас лайк, подписывайся, с нас эпичные видосы. Подписывайтесь на Чохчету Врачу канал, на стримский мой канал. И всем... Goodbye, мазафака.